Приветствую вас, мои друзья, подписчики, мои новые гости на моем канале. С вами Викана. Сегодня хочу рассказать вам о таком ритуале по привлечению удачи. Будем задействовать в нем красную нить. Для этого понадобится 20 сантиметров красной обычной шерстяной нити. Итак, когда же вы чувствуете, что ваши дела встали, а деньги потеряли к вам дорогу, в семье не ладятся отношения, что-то со здоровьем, на работе что-то не так, нет настроения, в общем, все по кругу. Мой совет – не заморачивайтесь в этой порче и с глазом. Так бывает у многих. Может быть, вы где-то что-то упустили, либо просто устали, удача отвернулась от вас, и можно еще помочь ее вернуть. Я обычно говорю такие вот простые ритуалы, которые доступны для каждого человека. Нужно взять красную шерстяную нить, вот такую, 20 сантиметров. Не спеша уединиться, чтобы вам никто не мешал. И нашептать на нее все свои беды и неудачи по очереди. Тяните просто, и даже можно на нее еще узелки завязывать. На каждый узелок можно нашептать то, что вам мешает в жизни, то, от чего вы хотите избавиться. Один конец этой нити, вот такой, нужно поджечь над пламенем свечи. И когда нить начнет гореть, можно произнести такие слова: как эта нить горит, так и беды все мои, имя свое назовите, с ней сгорают, да несчастья все с меня слетают. Пока догорает нитка, нужно успеть эти слова сказать 9 раз. Начинайте считать, когда зажигаете нитку, и дочитывайте уже над пеплом, когда нить уже догорела. Только не забудьте подложить что-то такое металлическое, чтобы вам не поджечь на столе ничего или на алтаре, что у вас там будет. Остатки сгоревшей нитки нужно выбросить. Желательно в отходное место в квартире, вы знаете где это, и слить воду. И при этом нужно проговорить: уплывай, уходи, да подальше плыви, и назад не возвращайся, пусть так и будет, аминь. После того, как вы выбросите в унитаз остатки сгоревшей нитки, вы заметите, что на вас, на душе у вас вот как-то стало легче и улучшилось настроение. Такие ритуалы полезно проводить. Почему? Потому что, во-первых, вы сделали действие. Вы не просто сидите и ждете, а вы изменили ход энергии. Вы хоть что-то сделали в своей судьбе. Для вас это будет хороший стимул для изменения вашей судьбы. А красная нить, она всегда приносит удачу. И после этого вы можете от этого же мотка ниток отрезать кусочек нити и повязать себе на руку. Желательно на доминирующую руку, левша вы, либо правша. И носите эту нить у себя на руке. Еще раз, я уже говорила в своих консультациях, что нить самим нельзя повязывать. Доверьте это дело какой-нибудь близкой подруге, которой вы доверяете, либо родственникам, тем людям, которые к вам позитивно относятся. Только сами не завязывайте. И желательно ее завязывать на растущую луну, эту нитку, потому что фаза луны очень важна. Это еще с древности наши люди, наши предки соблюдали, все делали ритуалы, либо даже огород сажали по фазам луны. Вот. И вот такой вам ритуал хочу показать. Он очень простой, действенный. Очень много ритуалов с красной нитью. И носите эту нить, пока она у вас не порвется. Если нить у вас порвется вдруг, то она приняла какой-то удар, который был на вас направлен, либо какая-то неприятность ваша уже себя изжила и ушла от вас. И со временем вы почувствуете большое-большое облегчение на своей душе. Этот обряд желательно проводить намного чаще. Желательно сделать его каждую неделю, по одному разу. Потому что первое время это нужна интенсивность. Не просто вы провели этот обряд и забыли. Нет. Есть некая система, по которой нужно это делать.
Вообще любая привычка вырабатывается у человека в течение 40 дней. Я не призываю вас делать этот обряд каждый день. Но даже если, например, вот таких других аспектов, вы что-то хотите укоренить в своей жизни, делайте это каждый день в течение 40 дней. И после 40 дней это войдет в вашу жизнь. Все очень просто. Все очень просто, друзья. Желаю вам удачи. Пускай удача вас как можно чаще посещает. И не пускайте ее из рук. Всего вам доброго. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Викана. До связи.